Всем привет! Продолжаю небольшую серию из видео про снарягу. И записал я про ботинки мои походные, зимние. Планирую также про термобелье видео. Ну и сейчас видео про вот такую вещь. Это подарок на 23 февраля. Подарила мне жена. Немножко заранее, потому что пришло. Я не просил ее. То есть она сама, так скажем, догадалась, что это мне будет не лишним. Это термобалаклава. Ну вот здесь вот написано много всего. Кальсоны, маски, боксеры, лайн-белье. Это, видимо, коробка. Коробка для разных изделий. Термобалаклава, то есть где покупала жена, я не знаю, но на каком-то вроде бы русском сайте. Стоило, ну, не особо дорого. Термобалаклава, то есть давайте характеристики. Характеристики. Как там у нас делается, Кулевич? Ставьте на паузу, читайте. Как его стирать. То есть здесь не мембрана, но как любое термобелье впитывает в себя неприятные запахи, приятно для тела и при этом нисколько не сняет движение. Та-да-да, бла-бла-бла. Короче, выводит пот на поверхность, но ветру не дает пройти. То есть термобалаклава, то есть вот такая вот у меня. Для чего? Активность высокая, средняя, низкая. Температура окружающей среды минус 15 до минус 35. То есть виды термобелья, давайте я немножко прочитаю. Для повседневного использования, туристических походов, прогулок на открытом воздухе плюс 5, минус 15. Для занятия спортом в экстремальных погодных условиях и активного отдыха на природе. Минус 5, минус 25. Трехслойная. Для малоподвижного отдыха на природе в холодную и очень холодную погоду. Минус 15, минус 35. Вот у меня, скорее всего, такое и есть. Хотя здесь написано, что двухслойная. А внутренний слой 100% акриловый ворс по своим свойствам близок к шерсти, но при этом не задерживает влагу и обладает гипоаллергенными свойствами. Пропускает через себя влагу, пот. Оставляя тело сухим, перемещает его на внешний слой. Внешний слой 50% полиэстер, 50% хлопок. Где она, то есть влага, распределяется по поверхности и испаряется. Так. То есть на ней, на самой балаклаве были еще какие-то штуки. Термолайн флис. То есть вот такая вот штука. Мягкий акриловый ворс. Кому интересно. Тут уход за термобельем. Если, кстати, кому-то тоже интересно. Не люблю я так, но это у меня получается такое ознакомительное видео. Поэтому вот, кто желает про термобелье немножко узнать, можно посмотреть. То есть она получается так, dry fleece, ну конечно это лучше бы не было. Она получается с широким длинным воротом. Сейчас я ее одену на себя. Надеюсь, меня будет видно. То есть вот ее можно носить вот так вот в мороз. То есть она защищает шею и даже немножко спускается на плечи. Ее можно носить вот так, то есть вот так, как шапку. То есть она не стесняет, здесь вот не давит, вполне комфортно. А можно носить и вот так вот, как шарф. То есть удобно, если стало жарко, раз снял, стало прохладней, раз натянул, и все, стало еще
холоднее. Натянул вот так вот и пошел грабить банки. Вот такая вот термобалаклава. Все швы вроде бы аккуратные. Швы аккуратные, изнутри, да, действительно приятно. Термолайн фирма. Made in Russia. Ну, в любом случае, более подробно будет из походов отзывы. Ну и вы увидите меня уже на природе. Всем спасибо за внимание. Пока.